хочу. Знаешь, Паш, с грязью такая история. Я хотел, чтобы окна были не квадратные, а полукругом. Я, значит, их, ну, типа, поставил, все красиво замазал, сначала просто глиной. Пришел Юра, сказал, ну, типа, глина отвалится. Я говорю, ну, окей. Через два дня глина отвалилась. Я говорю, ну, что делать-то? Он говорит, ну, солому туда добавь. Я добавил солом и намазал. Приезжаю через неделю, прошли адские дожди, козырек у меня был короткий, и поскольку дождь постоянно подмывал холм, холм сполз, окна выползли сантиметров на 5, вся, значит, глина соломой отвалилась. Я вот сейчас построил первую, я понимаю, что надо было бы эту стену первой строить, потому что ее не было, и мне сейчас приходилось, я там 2 недели потратил, чтобы что-то насыпать, это все сыпалось с дождями. Да, в общем, ну, куча, естественно, куча бессмысленного труда. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть был вот только вот этот склон, правильно я понимаю? Ты копал букву «П». Сюда вглубь заглублялся. То есть ты вот имеешь эта стена, где уровень стена земли? Холма, и задняя стена тоже стена холма. И это вот стена. Это, да. Ну, то есть уровень земли, он вот, вот так, вот, вот по потолок, вот где-то до середины. А дальше холм начинает спускаться. И здесь уровень земли, ну, где-то на уровне окон. Мне кажется, было бы классно получить BMW от Деда Мороза на Новый год. От Нового года я лично ожидаю повторения экзистенциальных страданий всех предыдущих лет. Ну и тлена, смерти и курочки, индейки, шашлычку, да, и убийства невинных. Я жду радости. Они приехали забавно. Кто-то ехал мимо зимой и увидел, что из трубы не идет дым. Что типа что-то с Юрой случилось. И вызвали милицию. Милиция приехала проверять, жив ли Юра. Юра просто типа спал или еще что-то. Не топил печь в какой-то момент. Типа попил чаю, пообщался с Юрой, как бы, ну, типа, ну, типа начальник, да? Ну, да, и его могут спросить, типа, ты знаешь, что у тебя там какой-то этот живет? Странный. Ну, он поговорил с ним, Юра говорит, ну, я бездомный, вот, типа, если поэтому здесь дом построил. Жить мне негде, как бы. Тут его спросил, типа, не собираешься ли ты тут устраивать что-нибудь, какие-нибудь вечеринки, там, в лесу с потерявшимися обнаркошенными людьми. Он говорит, нафиг не надо. Ну, ну, все, отлично, дело. Все торопятся все время. Вот это вот, знаешь, так забавно наблюдать этих городских жителей. А часы вообще ездят? Ну, в телефоне только. Ну, то есть ты не пользуешься, не замечаешь? Ну, я знаю, когда светает и когда темнеет, и поэтому ориентируюсь. Ну, на часы смотрю. Ну, как, я постоянно в интернет выхожу, там, что-то новости читаю. В скайпе с мамой общаюсь. В общем, она очень много переживает что-то в последнее время из-за всего происходящего. Я ей говорю, что надо все бросать, жить здесь или там еще где-то, ну, неважно. Здесь, главное, не в Москве. Ну, ты понимаешь, если бы здесь был, ну, типа, вот соседнее здание было с печкой, там, баня и туалет, как бы теплый, тогда, да, вполне да. Можно жить. В новом году поставлены новые задачи и цели, и я от этого года жду их свершения. Ну, не знаю. Я сам, честно говоря, особо не думаю, что я буду делать дальше. Рублей. Люди и так деньги оставляют. Очень часто говорят, типа, ребят, поставьте коробку на входе, 100 рублей за вход. Но сразу меняется, понимаешь, подход. Сразу человек, который пришел и заплатил деньги, он к тебе уже приходит, говорит, типа, вот я деньги заплатил, как ты меня развлекать будешь? Вот эти 100 рублей. Прям в руки тебе. Ну попробуй, спасибо. Мастер-класс, попробуй. Не, попробуй, пока не научишься, мы отсюда не уйдем. И в России столько земли и так мало людей, что даже сидя здесь, в 110 км от Москвы, Юра на этой земле сидит 3,5 года. Ну, то есть его землянки год, но он до этого у него там был соломенный дом.
В Типе он каждое лето жил. Национальное индейское жилище Типи появилось в Ярославской области. Это вовсе не музей. Хозяин землянки Юрий полностью обустроил здесь свой быт и прячется от шума больших городов. Хотя гостям всегда рад. Мимо такого и правда сложно проехать. Настоящий Типи – переносное жилище индейцев. Для его хозяина, 39-летнего Юрия, этот дом совсем не временный, постоянный. Другого просто нет. Это жизненное обстоятельство. За 3,5 года в 100 километрах от Москвы, ну, это не самая населенная область, там Владимирская, Ярославская, но вообще не глушь, как бы. Ни разу не возникло никаких, типа, а что ты тут живешь, или какие-то власти. Ну, мы по сути ничего не нарушаем. Нет, как бы, такого, ну, юрист, ну, да. Как бы, нет такого закона, по которому ты, типа, не можешь шалаш себе в лесу построить. А такие же, они же приходят, они говорят, мы милиция, ну, типа, они там имена не называют, там, как бы, стыдятся, говорят, ну, вы понимаете, мы тут винтики, ничего не знаем. Но, тем не менее, у них на лбу написано, там, каленым железом или, знаете, на кокардах написано «закон». И вот они такие, мы закон. Эй, чуваки, слушайте, там, что-нибудь, ну, типа, там, бумажку, постановление, там, какую-нибудь, чуть-чуть, ну, типа, хоть как-нибудь, типа, ну, чтобы не то, что там начальник сказал, ну, вы понимаете. Вы же понимаете. И у них, понимаете, вот какой-то... То есть я не знаю, куда направить взгляд в отношении того, где противоречие наблюдать, потому что можно наблюдать везде его. Да. Я надеюсь, что состояние нашей страны будет улучшаться во всех направлениях. И связь с Украиной и состояние на Украине общее тоже будет улучшаться в новом году. Такой свободы, как здесь, ну, как бы, тут трасса есть, но эта трасса, я за все это время, вот сколько я здесь, полгода почти уже, я один раз почувствовал запах автомобиля. И то это была снегоуборочная машина, которую очень газовала, чтобы сдвинуть снег. А в остальном, как бы, тут, ну, ее не слышно, не видно. Выходишь, у тебя сразу лес, никаких заборов, никаких соседей, понимаешь? То есть тут, ну, и плюс есть, ну, какая-то движуха, то есть постоянно какие-то гости заезжают, постоянно книги привозят. У меня вот... Уже небольшая библиотека собралась. А с магниты Москвы есть? Москвы уже нет, сюда. К сожалению. Он же для кого-то это говорил? Для нас, для нас. Обидится. Так, может быть, это для идиотов, которые слушают, но не для нас это говорит. Для нас же. Нет, но мы-то это не слушаем. Нет, ты же не слушаешь? Нет, я нас имею в виду русских, Россию. Мы зачем идиоты. Батарейка, то есть, если он нам эту штуку рассказывает, и мы спокойно сидим и говорим, батарейка, ну да, ты сегодня не обращай внимания, то мы идиоты. Я идиот, например. Эй, привет, я идиот.